Декорации, зрители, живой звук и только живые эмоции. Все как на настоящей сцене. В честь юбилея республики коллектив этого детского сада подготовил целое музыкальное представление «Цвети, мое Приднестровье». Главная роль, конечно же, у самых маленьких. Эти ребята уже знают, как нужно любить свой родной край. История нашего края, начиная с великих побед Суворова и до наших дней. В руках маленькой Дойны бинокль, который позволяет путешествовать по истории и рассказывать о ней зрителям. Этот праздник собрал педагогов со всего города. Говорят, такие патриотические мероприятия – визитная карточка этого детского сада. Вы знаете, каждый раз мы видим здесь что-то новенькое. Очень хорошо подобран репертуар, очень хорошо продумано, как будет техника исполнения детей и взрослых. Здесь очень сплоченный коллектив, и они работают именно, учат детей патриотизму, учат детей, как правильно себя вести, учат даже о том, что какая у нас республика, какая у нас родина. Молдавские зажигательные мотивы, певучие украинские мелодии. По словам музыкального руководителя, именно такая музыка закладывает в сознание детей любовь к родине. В своей работе я именно стараюсь использовать народную музыку, а также песни композиторов современных о родине, о маме, о семье, о детском саде. Все это поддерживает и формирует восприятие у детей, чувство патриотизма, нравственности. Прививать любовь малышей к родному краю – одно из основных направлений деятельности сотрудников этого детского сада. Ребята слушают музыкальные композиции, разучивают слова, поют и танцуют вместе со своими педагогами. По словам руководства, воспитывать патриотические чувства ребенка стоит начинать с самого раннего возраста. Мы стараемся закладывать патриотические чувства у наших детей на таких торжественных мероприятиях, на таких праздниках, с приглашением родителей, с приглашением администрации УНО, с приглашением заведующих музыкальных руководителей. Сегодняшнее мероприятие было ярким примером и подарком для наших приднестровских жителей. Доброй традицией в этом детском саду стало празднование Дня защитника Отечества и Дня матери. За плечами множество побед в городских и республиканских конкурсах. И на достигнутом этот дружный коллектив останавливаться не собирается. Екатерина Чеботарь, Иван Зелинский, Евгений Никонов. Бендерское телевидение.